Умиротворение, спокойствие, красота природы. Оказавшись в Голицыно, чувствуешь, как замирает время. Уходят спешка и суета. Хочется гулять по зеленым проспектам, наслаждаться стариной и историей. Ежегодно в начале сентября жители, многие из которых выросли здесь и не планируют уезжать, отмечают день рождения своего города. Этот год юбилейный. Чтобы процветал, чтобы детские площадки у нас вот какие хорошие появились, чтобы все продолжалось в таком духе. Побольше хочется развлечений для взрослых, может быть, кинотеатр какой-нибудь. А так город очень даже преобразился за последние лет 5. Хотелось бы, конечно, чтобы расцветал наш город, чтобы людям было удобно, какие-то там вот, чтобы под рукой все было, построили красоту, все, красота, чтобы была. Ну и побольше очень хочется, чтобы кафешек детских было. Чтобы благоустроенным был. Побольше детских красивых площадок. И счастья всем. 150 лет назад князь Дмитрий Борисович Голицын заложил на западе Подмосковья дачный поселок. Так началась история города Голицына. Появление железной дороги дало толчок развитию промыслов и производства. Керамические и кирпичные заводы, корзиноплетение, изготовление часов. Железнодорожная станция Голицына и сейчас самое оживленное место в городе. Более 100 лет главным украшением площади является здание вокзала работы архитектора Льва Кекушева. Это один из главных символов города. В 30-е годы эти места полюбили знаменитые писатели. Сегодня Голицыно развивается в большей степени как туристический центр. Живописные места, храмы, новый парк героев 1812 года уже привлекают гостей Одинцовского округа. Ну а жители искренне любят родные места. И в юбилей желают и городу, и землякам только добра и процветания. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».